Короткий формат. На ходу горбит поясницу. Оля. Узкий постав передний. Хорошие углы. Очень хорошая голова, хорошая заполненность, хороший профиль, хороший костяк, достаточные углы. Что плохо, очень квадратный. Для зята не должно быть. Но он пока ребенок, формируется еще то вверх, то вниз, то есть пока для ребенка не растет. Сюда, брат. Умеренно костистый. Правильного формата. По кругу, пожалуйста. Отличный пигмент. Чуть вздернут на ногах. Поставили. Я правильно писала? Да. Я не ваши пальцы. Хорошей длины, хорошего объема голова. Хорошей длины. Ой, что вы делаете? Не надо трогать. Послушайте меня. Половина красоты азиата, ну, шея. Это шея. Когда вы это делаете... И отрубите, будет все хорошо. Так, тут была хорошая объема голова, и тут перестали сказать хорошая... Хорошей длины объема шея. Движения свободные. Хорошего типа, хорошей породы, с хорошим пигментом. Очень хороший растянутый за квадратики. Корпус хорошо двигается, хорошо социально адаптирован. Куда? Спасибо. Так. Среднего размера, правильного формата. Достаточно костистый по кругу. Поставили. Тонковата губа, тонкая губа, сырая шея. Мягкая пясть. Прочная спина, упругая поясница. Большого размера лапа, что радует. Что короткий, квадратный. Следующая собака. Прекрасный формат, совершенно великолепная, очень желательная для азиата. И только такая нужная пясть, практически отвесная, чисто азиатская пясть. Просто роскошная. Отличный профиль, очень красивый пигмент, обводка вокруг глаз, мочка носа, хороший пигмент губы. Очень хорошей длины, хорошего постава шея, прочная спина. По возрасту хороший ребенок, средний по силе. Но прочный, сухой, крепкий, очень породный. Следующая собака. Великолепный формат. Но сырая шея, очень тонкая губа. Хорошие углы задних, лучше, чем у предыдущей собаки. У этой собаки чуть лишние скакалки выражены. Ну, по возрасту ничего.
Сначала говорю, сыровата шея, сыровата губа, чуть суховаты глазки, конечно, 5. Вот обратите внимание, 2 большие мы имеем разницу. Это мягковато. Не в пороке, но мягковато. Итак, 3, 2, 1. Прикусторма, зубы в смене. Так, куда обратно? Прикусторма, зубы в смене. Кружочек. Легкий костяк. Излишне выражены углы задних. Поставили. Легкий костяк. Излишне выражен стоп. Попробуем. Выражен, ну, стоп, так, как у вас, чтобы легче было. Куда обратно? Вот там есть номер. Это какой номер? Сион. Конфинели. Конфинели. Все хорошо. И кружочек. Чуть робкая. Правильного формата. Хорошая по снику, хороший наконец, кортик вообще полетели. Пиец надоел. Надо эвакуировать. Крупная. Достаточно костистая. По кругу. Хороших пропорций голова. Плосковата холка. Поставили. Тоже шияку подняла. Вот любят, а. Любят шею поднимать. Вы лучше говорите, что трогаете. Так, честно говоря, уровень средний. Ну, начнем сначала. Хорошего формата, достаточно прочно, но не хватает костяка, много углов задних. Кстати, это тенденция почти по всем щенкам, обратите внимание. Вторая собака. Хороший профиль, хорошо заполненная морда, хорошее движение, но слишком детский, хорошая передняя пять. Вторая, третья собачка. Хорошая по типу, но собака участвует на первой выставке, еще стесняется. Еще немножечко замкнутая, немножко приразвитые надбровные дужки, но это чисто детская, формированный. Ну, неплохое животное. Четвертая собака. Конечно, на фоне предыдущих это, безусловно, лидер ринга, хотя имеет ряд недостатков нежелательных. Значит, хотелось бы чуть-чуть побольше формата, чуть-чуть. Конечно, много углов задних. Еще не полностью пигментировалась обводочка вокруг глаза. Но тем не менее, безусловно, сука очень породная, с хорошей головой, с очень хорошим выражением, несмотря на возраст. Вот как сейчас стоит, с идеальным поставом шеи. Вот. Но тем не менее, все в движении достаточно хорошо себе показали, достаточно ровные и прочные собаки. Но в силу вот плюсов и минусов возрастных, подготовки, и общего типа породности. Стали любить меня. Панги, ты есть, Марк?
Так, пожалуйста, четвертый. Но все-таки кобель должен быть кобелем и более мужественным, хотя по линиям он хорош. Но кобель должен быть кобель, они почти в одинаковом, так сказать, весовой категории штуки, что они есть очень хорошо. Итак, первое. Легковат костяк. Хорошей длины, достаточно заполненная морда. Правильная постава уши. Пока щенок, прикус на пределе моего. Лучше проследите, или грызет какое-то седное. Нет. Кто-то где-то тянет. Пытается такой рвать. А кости? Кости можно, но он что-то тянет оттуда. Ехай это было, да? Ольга, две суки. Две суки, да. Ага. Прикус на пределе. На пределе мягковато шерсть. Дёрните её. Крупная, правильного формата. Не выражены надбровные дуги. Слушайте, должна 515 крон. Она мне дала. Хорошо. Мягковато я. Ну да. А вот это тоже немножко. Ну это лучше. Это есть, лучше, ну да. Крупная. Хорошего объема. Хороший костяк. По кругу, пожалуйста. Близкий постав задних. По кругу. Пига. Слабый там. Сильная проблемка. Хотя по общей породности ваша собака более желательного типа, более лучшего типа. Вам надо заняться именно вот показывать. Давайте еще кружочек, потому что мы в одинаковой плохой ситуации. Вы плохо выставляете. Ой, девчонки, плохие девчонки. Плохие девчонки. Одна мама, одна папа. Да, они все стреляют. Иди, пусть. Ара! Проблема, поняли вы? Пили. Мне просто интересно, можете впереди показать, там не надо. Хорошо, хорошо. Туда обратно. Thank you.
Короче, стой. Ты ей покажи. Хорошо, можно поставить. Молодец. Один свет уже шевелит лапами. Подожди. Все разошлись уже. Ну придут кому надо. Не только с кем ты будешь. Давай, не бегать. Давай сейчас. Когда сюда? Хорошо, мы в хорошей форме. Молодец. Хорошо. Ольга, как ты думаешь, она останется на чужинку или уходит? Легковато. Ну, на самом деле, были запасы. За ту сторону? В обратную сторону, девочка. Да. 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 Погладь его, погладь. Ошейник уходит сейчас через голову. Крупный, хороший перчаток. Кружочек, свободная лодка. Без лишне выраженного углы задних. Слабый-то учил. Поставили. Так стал ко мне рядом стоять. А, нет, это копейки. Да, это переводить надо. А, да-да-да-да. Ну, это сначала. Я сначала. Жизнь такая. Жизнь заставит, правда? Да, еще не так раскорячишься. Тебя их как-то много. Вот, подожди, что? Шесть? А кого нет? Одного нет. Кого нет? Надо мне сейчас... 47-го, по-моему. Ольга, кого нету? Не лига, шейца. А, как ты, Оля? Крупный. Лосось. Среднего размера, правильного формата. Нестабильное движение. Поровнее введите его по кругу. Что, спокойно бежал, не скакал как лошадь. Нет, давай я. Хорошая голова. Да, хорошо. Так, прочный корпус. И еще кружочек бегом, также спокойно, но бегом. Чуть быстрее просто.
Длинновато шерсть. Поставили. Прочный корпус. Там очень короткий грудной отряд, и он не здоровый тоже, он вообще подрыв сразу. Это он стоит как горло, смотри, не болит. У него еще и... Поставили. Крупный. Крупный. Излишне выражен стол. Зубки, пожалуйста. Мама. Это 46? Хорошо. Ношение по животу. Надо мне пост под живот вот так. Мелкий, легкий. По кругу. Болезненное состояние. Вязаные движения. Связанное движение. Среднего размера. Легковат костяк. Достаточно длинная морда и голова. Умеренно заполненная под глазами. А? Общий. Да, огромный. Все вместе. Среднего размера, умеренно костицы. Попробуй. Восковато ребро. Это тоже не кабелит. Еще кружочек. Поставили. Масса мало, да, масса мало. Хорошая длинная голова, чуть широковато в черепе. Широковато в черепе. Как
Это кустат мало костистый, легкий ходит. Хотя по силуэту неплохой, но костюка нет. У первого неплохой по костюку, хорош по корпусу, немножко широковат в черепе и в скулах. Чуть грубовата голова. Пластовато ребро. Да, по номерам давайте. А там и там, это и там, и там, сюда, там. Нет, не там. А потом тогда по классу. Подожди, первый кто? Побежали. Olga, aga varin nüüd teeb veel. Lutsika veel või 51? 51. Too lutsika veel 2. 50. Parimisane 2. Ja... 52, parimisane 3. Ja... Tagda junior, et nõmmel, nii kommu kakoi. Sest ma trüü... 40. 40, parimisane 4. Nüüd nimmosko kust kadastjõu. 40. Joo, kadastjõu. Nii et, stobi ima taid, stobi paka suht natsinaalne ja sitsas teed. Не крупная, легкая. В обратную сторону. Это ринг, койер синси поле, техки ринг. Он что же не делает? Первый раз там. Синна поле. Синна поле. Я койер, я просто. Слабый толчок. Инна, вега хия! Очень легкая. Опа, там будет раз. Кускимен как? 62. Кускимен коль. Я
Хорошего размера. Отличный костяк. Поставили. Хороший длинный объем голова. Длинная, широкая, глубокая грудь. Хорошие углы. Вас отличается с правкой, да? Да. Это же приболяр, конечно, так что если есть прострация, то навряд ли. Поставили. Хорошего размера. Правильного формата. Чуть загружено. Крупная. По кругу. Близкий постав передний, крайний. Поставили. Размет. Крупноваты глаза. Хорошего размера, правильного формата. Легковат костяк. Недостаточно собираем. Хороший профиль. Сейчас видим. Я думаю, что будет. Крупная. Легкий костяк. Мясо ребро. По кругу. Свободная локти. Пустая морда. Очень хорошо. Все костяк. Близкий постав передний. По кругу. Ринги. Скажи ему. Бразил. Гордый поясничный. Поставили. Там веселиться. Мельчит пояс. Вот еще костюшка.
Инна Суре Перане. Среднего роста. Хорошая пропорция голова корпуса. Ага. Ты, когда ты не пьешь. Отличная собака, тут чуть бы ей грим. У вас очень хорошая собака, но вы очень плохо ее показываете. Она много минусов получает из-за вас. Вот, вот, вот. Не дергай. Не дергайте собаку. Вы очень породная, хорошего типа животное, но вас надо застрелить. У меня все есть, как грех. Оценка отлично. Инна Суре Перане. Все суки, которые здесь получили оценку отличную, соответствуют породе, назначению. Темпераменту и вообще типу немецкой овчарки. Вот почему немецкая мне пришла в голову. Вот первая собака. Очень хороший костяк, очень мощная, крепкая грудная клетка. Что ее портит, несмотря на великолепные объемы передних и задних ног, излишне выраженные углы скакательных суставов, что, конечно, портит. Для азиата не есть это хорошо. Но, тем не менее, эта сука достойная, прочная, крепкая, хорошие оценки, отлично. Немножко, конечно, вот эти лапки портят, хотя великолепный костяк, вопроса нет. Но чуть затяжеленная собака. Следующая собака. Хорошая по типу, с достаточным поростом, костяком, с прочными конечностями, с прочным верхом, с хорошим темпераментом, энергичная, веселая, достаточно характерным для породы выражением. Хорошая оценка. Хотелось бы чуть-чуть подзаполнить мне морду, но в целом приятная. Следующая собака. Очень хороша по типу, но чуть облегченная. У нас всего сколько ей возраст? Год, два, три, полгода. Куйванха, куйванха. Как все полгода? Два с половиной года. Она вся хороша, вся гармонична, хорошая оценка, отлично, но ее как бы она чуть-чуть легкая, но хорошая собака. Следующая собака. Очень мне нравится, очень породная, очень выразительная. Выражение, лучшее выражение в ринге, чисто азиатское. Великолепный профиль, чуть-чуть сыровата губка. Хотелось бы чуть-чуть покостить. Что ее портит? У нее не совсем выставочная кондиция по шерсти, вот в перелине, что создает впечатление неаккуратности как бы собаки. Но по типу, вот именно по строению, по всему профилю, очень породное животное, великолепное.
По этой собаке вы уже все поняли. Мне очень нравится, чудесное животное, с хорошо заполненной мордой, с хорошим костяком, достаточно. Нет грубости излишней для суки. Но в следующий раз я вас хочу видеть, чтобы за поводок другой держался. Или вы переквалифицировались. То, что животное не должно из-за нас с вами страдать, правильно? К сожалению, мы оцениваем не владельцев, а собак, поэтому побежали. Так, ну что, среднего размера, легковато, поставили. Там? Мягкая пясть. Излишне выраженные углы сзади. Может, чемпиона не будем позвать? Пацанка отличная. Пин? Ну, ты знаешь, вот... А, зависит опять, он же порт или ну, да. А, сердеринг. Это сердеринг был. Какой? Сейчас тебе скажу. Два у него. Сер... Ну да, вот этот, который правый, 62-й номер. Ой, Да, его посадить, а то он как бы плохо смотреться. Он на суку отреагировал и закинул. Молодец, правильно. Красивая. О, мама, да.